Приветик, не спящие все остальные любители воркеров и ресурсеров. Наверное. Графоний максимальный. Версия 0.8.6.9. Древняя, как дерьмо мамонта. Но почему бы и нет? А рандом вообще насрать. Посмотрим, как оно вообще будет работать. Средние настройки. Количество денег. Средние. Реакция граждан. Средние. Не, ну можно, конечно, свои понатыкать. С другой стороны, какая разница? Пожары, хренажары. Офиг пойдет. Преступности, правда, нет. Ой, а что тут и озера можно схерачить, да? Ничего не строить, не надо. Все лишнее. Чисто интересно испытать. Да и надо посмотреть, что выдаст мне кодировщик. Какая долгая инициализация. Родители не будут работать. Не успел дочитать до конца. Инициализация графического интерфейса. Так, разгоняется, разбегается. Тем временем загрузка процессора 10%. А вот-вот начинает подогреваться уже. 57 градусов. Оп, сбросилось 50. Так, ну что, сайт-скроллинга нет, обожаю. Вау. Просто вау. Охренеть. А карту вертеть Alt можно, да? Ух, красота-то какая. Красота. Там я смотрю, Брянск, Бердянск. Такс. Но эти облака, конечно, тут лишние. Самая малость, я вижу границу прорисовки, вот она. Это шо? Чёртов зум. Да их! Твою мать! Это как? Я колесико кручу чуть-чуть, вот смотрите. Ум. Жесть. Да, как с этим зумом жить теперь мне? А где это настраивается как-нибудь где-нибудь? Мне игра выдает 230 FPS, да вы чё? Вы ку-ку? Вы куда? Разгоняйте мою видеокарту на 40%. Вы чё? Где настройки сраные? Где? Графоний. Походу не графоний. Прикол. Игру сворачивать нельзя. Иначе она больше не развернется. Это все хрень. Самую малость подзаткну. А, во. Так. Во. Во. Красота. Вот это молодцы, добавили такую настроечку, как чувствительность прокрутки. Вот это хорошо. Вот это мне нравится. Это приятно. Так, температура 55 градусов? Что? При 230-240 FPS? А можно мне еще графоний потыкать? А. Вертикалочку можно только через лаунчер запустить. Понимаю, понимаю. Ладно. Ой, как давно я здесь не был, а чё всё так изменилось? Или наоборот не менялось? Как-то всё реально так странно всё выглядит. Раньше, по-моему, строительство как-то по-другому выглядело. Разве нет? Маршруты, тут чё-то всё появилось, всё новое. Ой, ой, красота. Так, это у нас... Так, не, погодите. Оно все еще работает через жопу. А вот это что такое? Пофиг.
И как мне с этим жить теперь? Чё? Это, видимо, скорость прокрутки по краю экрана была, да? Вращение камеры, скорость увеличения, скорость вращения, чувствительность прокрутки. Да какой прокрутки-то? А, вот оно, все, это не то. Вертировать увеличение. А, кстати, заметили, да? 80 кадров в секунду. 80 кадров, ну, у вас не видно, у меня 80 кадров. И зум нормальный. То есть я могу нормально зумить мышкой, крутить туда-сюда. А вот если я выключаю эту менюшку, я вижу 200 с хреном кадров, и начинается вот это. Круто. Мне нравится. Ограничители FPS нахера не нужны. Кому вообще? Зачем? Плата чувствительность увеличения. Да, давай вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Поворот здания, все в херне. Все. Так, 200 кадров. О, да. О, красота. Все. Здесь есть электричество, значит, можем закупаться. Теперь вопрос. Что нам вообще надо? С чего начинать? Я ни хрена не помню практически про эту игру. Я помню, что мы наблюдали за тем, как на остановке тусят проститутки, которые ездят в местный университет. Это было довольно давно и забавно. А дальше что? Давайте же... Нет, жилой домик — это приспособление чисто такое... дополнительное. Для начала нам надо... что-то производить и на чем-то зарабатывать бабки. Правильно? Правильно. На чем мы будем зарабатывать бабки? На чем мы будем зарабатывать бабки? Я не помню. Поля, пищевая сельхозотрасли. Тут еще железная дорога есть, можно на импорт возить. Надо подумать. Херня, не помню здесь. Это все грузы, это не то. Энергетика, промышленность. Так. Прочие отрасли. Древообработка. Ну, на это много не заработаешь. Цемент. Не хочу цемент. Бетон. Не хочу бетон. Асфальт, кирпичи. Уголь. Не, ну... Уголь — это тоже штука дополнительная. То есть мы на чем-то зарабатываем. Это, ну, какие-то товары производим, мы их продаем. Чтобы эти товары производить, нам нужны люди. То есть получается, что люди — это дополнительный материал. Чтобы этот дополнительный материал мог существовать, ему нужен еще один дополнительный материал в виде угля. Так что это даже второй дополнительный материал. Что же мне производить? Нефть. А почему нет? А почему нет? На какую? Что, издеваетесь? О. Так, нефть. Так, убери. Где-то тут есть режим карты. О, нефть. Ё мать, а можно как-то включить это? Удобно. О! Ого! Вот так-то лучше. Так, нефть. Вот здесь много нефти. Вот тут. Так. Скройся. Нефть. Отлично. 85% лимит, видимо. Ну, бахаем. Пенза! Теперь это Пенза. Ну, слушай, ну можно в Брянск возить вообще. В принципе, какая разница? Нам только энергию надо провести. Да и все. Что-то это... маловато. Пойдет, наверное.
Хотя... Ну ладно. Давай что-то между. Так, нормально. Так, мы, получается, это достраиваем. Из сырой нефти делаем что? И теперь так. Топливо, топливо. Употребляет чисто нефть, да? То есть мы... Резервуар... Подожди, что? Битум? Чего? Производство за один рабочий день. Мы производим... А, мы из нефти производим топляк и битум. Ага. А где рынок? Где-то был рынок, я помню. Рынок... Не надо так громко. Скрипты. Так, это точно не рынок. Собака, это не то. Строительные конторы. Строительная контора. Я что-то рынок потерял. Я помню, что он где-то был. А можно было посмотреть, что продается и по каким ценам. Прикольно, твою мать. А где же рынок? Странно. Ну ладно, так посмотрим. Мало туристов. Да кому нужны туристы? Так, битум. А что значит вообще? Это как? За одну тонну $216. А за нефть 39, а за топляк 132. То есть битум продавать выгоднее? Что? Ну ладно. Выгодней так выгодней. Я что, против, что ли? Такс. Осталось вспомнить, как это работает. Я вижу трубу. Нам нужен, видимо, вход. Ага. Так. Ну, прям по соседству будет, а чего нет-то, да? Вот так вот. Высота. Высота. Так, хранилище. Да зачем нам хранилище? Нам пока ничего такого не надо. Труба. Труба. Конвейеры. Грузка, выгрузка, хранилище. Конвейеры. Мне труба нужна. Где трубы? Навалочные. Наливные, видимо, здесь. Погрузка-выгрузка. Ага, трубопровод. А, он уже готовый. Она уже соединилась. Нормально. Славно. Значит, надо посчитать теперь. Нефть. Сколько человек тебе надо? Не считаешь, скважина работает чисто сама по себе, и люди не нужны. Так, ты. 500 человек. 500 человек. Ладно. 500 человек. Плюс еще по мелочи нам понадобится, потому что надо еще им сделать будет... это самое. Потребление. 189. И качество нормальное. Ладно, договорились. Так, вы будете, чтобы вам далеко ходить на работу не надо было, вот можете прямо из дома херачить, нормально будет, я думаю. Так, 189. Давайте округлим. Округлим. 200. 400. Ну, около 600 получается. Больше нам и не надо. Питание и торговля. Так, с гастроном торговый центр. Маленький, да? Да, да, отлично будет. Маленький торговый центр, шикарно. Будешь прямо вот здесь вот. Я думаю, этого будет достаточно. Бар вам не нужен, ресторан тем более. Кинотеатр. Развернем-ка тебя к дороге. Проложим дорогу как-нибудь, я надеюсь. Будешь вот здесь вот кинотеатрить.
галереи, музеи, республиканский театр, дворец коммунизма, все республики, жесть какая, телестанция. Это все херня. Пляж. Ну да, ну да. Так, площадка для тенниса. Будет вот здесь вот находиться. Вот как-нибудь вот... Ну, этот выход, наверное, не будем использовать. Застроим его нафиг. Крутый бассейн. Ну, это для туристов. Футбольное поле обязательно. Тропинку сделаем. Вроде все. Что им еще надо? Питание, торговля, торговый центр, универмаг. Электроника, херня. Ну, еду мы закупим, это нормально. Гастрономы тут всякие. Тепловые сети. Ну, кстати, нам все-таки уголь понадобится, и лучше его добывать, конечно, самим, но... Я думаю, займемся мы этим попозже. Сейчас бы, как бы, какая разница. Больница. 100 человек еще больницы надо. Тут надо еще один дом строить, 100 пудов. Ну, обойдутся без больницы. Детский сад, да запросто. Сколько я помню, детский сад это вообще must have. Но... Так. Будешь здесь стоять. Школа прям по соседству будет. Ну а чё, дети же, дети. Так, школа, детский дом. А зачем вам детский дом? Университет, ну это университета. Преступность, ого, служба безопасности, о, охренеть. Прикольно. Горком. Техслужбы, станция контроля. Ну, чисто ради прикола одну поставлю. Технические службы, а чё это такое? Я не помню. По-моему, дороги ремонтируют или что-то вроде того. Ну и эту хрень здесь забабахаем. Не, нам не хватит. Три дома? Мало. Мало, надо еще народа. Надо больше людей. Где? Надо больше людей. Как-нибудь у вас... Здесь дорога будет, так что... Как-нибудь так забабахаем. Так, теперь по поводу дорог. Я не буду строить здесь какие-то магистрали, хренистрали. В жопу. Где асфальт обычный? Красивый, прекрасный асфальт. Так. Как-то надо тебя красиво так завернуть. Красивую упаковочку. Так. Теперь меня стучат в колокольчик, когда я строю дороги. А, да ладно. Так. Не. Как... Нахер мне вот этот поворот великолепный. Ладно, черт с ним. Сделаем по костыльному. Так, а это как-нибудь вот так вот. Норм. Норм. Все, работайте пока, стройте. Ух. 200 феписов, это, конечно, прикольно вообще. Даже сказал обосраться, как прикольно. Вернее, фипес. Так, где... Это дорога или дорожка? Дорога. Мне надо дорожку. Пешеходная лучше. И пешеходные дорожки что, удалили, что ли? Народ вон ходит вовсю. А, во, пассажиры, так. А дорожек не привезли, да? Замечательно, да, круто. Мне нравится. Где дорожки? А, вот, все, нашел. Конец. Капец. Спрятали. Так, это надо соединить. Да и это тоже.
Так. Почему бы и нет? Пусть гуляют. Так, чтобы вам ходить можно было, мы сейчас дорогу проложим. Проведем такую прям дорожищу. Так. Хорошо. О! Люди сразу могут идти работать на завод. И сюда проложим тоже. Ну, почему бы и нет? Текс, ну тут не нужны дорожки. Здесь нужны дорожки. Не-не-не, так мы не будем прокладывать дорожки. Мне так не нравится. Мне нравится, чтобы было красиво. О, красота. Надо ее теперь как-то так забубенить. Так. Да я думаю, нормально. Пусть по дорогам гуляют, в принципе. Какая разница? А можно мне, что с тенью? Почему солнце перемещается неплавно? Кошмар. Кошмар, как можно? Где деревья? Где декор вообще? Промышленность вижу. А, вот все, вижу. О! Прикольно. Черт, тропинку надо подцепить будет. Вот так вот положим. Деревья. Гребаный тополь. Давайте сосну. Не в смысле сосну, а посадим сосну. Везде сосна должна расти. И здесь тоже. Все, нормально. А можно мне день? О, смотри, народ пошел. А, электричество, да. В этом здании реально слишком высокая безработица. Иди в жопу. Так, уведомления не нужны. Пока что, хотя... И не факт, нам нужна подстанция. Что это вообще? Пофиг. Лэп. Распределитель. Не-не-не, мне подстанция нужна. Мы же будем вести кое-что крупное. Правильно ж? Правильно. Значит, подстанция будет... Ну, наверное, где-то здесь. Трансформатор. Все цепляет. Красота. Так, а можно как-то это... смотреть поближе. О. А то вдруг чего загорится. Он и так все цепляет. У него радиус-то не маленький. Так, теперь по поводу проводов. 2.35. Думаю, хватит. Распределитель среднего. Нужно высокое напряжение и нормальные провода. 7. Да, все 12 забабахаем. Как бы, что мне мешает? Не-не-не, давай нормальную проводку, и это проводка под землей, да? А подземная. Понимаю. Ладно. 2.35, не, давай вот такую. Ой, кстати, 8, шикардос. Можно в бок, да? Прям в бочину завернуть. Хорошо. Так. Куда мы там? В Рязань? Ну, в Рязань так в Рязань. Можно как-то ускориться? Все. Должен быть ток. Нефть, электричество. Нет ресурсов, отсутствует нефть, электричество. А, я ж не закупил. Я ж молодец. Так, можно мне 10%?
Что нам, хватает, не хватает? Шна техника. Закупим. Где мои доллары? Кто-нибудь видит мои доллары? А, вижу. Ну, за доллары как бы и нет, нихера. Так. Так. А, да берите любой. Хватит одной машины. Это горкоп. А, вот. Насосник. Насосник качает. Ну и все, ну и хорошо. Так. Склады. Наливные грузы. Хранилище. Где вход в хранилище? А, вижу. Так. Что-то выходы расположены как-то дерьмово. Ладно. Бам. А это хранилище под нефть. А зачем они соединились между собой? Вы что делаете? Это не надо делать так. Так, сюда почему-то наливается битум. А сюда наливается топляк. Что-то получилось немножко наоборот. Ой, ладно, в принципе, пофиг. Необходимо соединение с дорогой. Это запросто. Это фигня вопрос. Ну, вам, в принципе, освещение не нужно, поэтому я думаю, мы и так справимся замечательно. С соединением, мать твою, с дорогой. Так. Сюда. Где-нибудь здесь. Такой выезд. Так. И отправляем все нахер. Я сказал. Отправляем все нахер. А можно мне дорогу не ломать, а? Что, издеваетесь? О. Все. Оп. Так, теперь по поводу перемещения. Кажется, я вспомнил, как играть в это говно. А зачем нам терминал? А, это, наверное, для ЖД? Да? Или нет? Да. Так, дорога. Грузовая станция. Чё-то я... Это же... Или нет? Чё это такое? Зачем оно существует? Фигня какая-то. А нахрена нам тогда цистерны? Загрузки, выгрузки насыпных. Навалочных. Ну да, это получается терминал для погрузки этого говна. Фигня какая-то. Ладно, пофиг. Мне нужна депошка. Для начала. Надеюсь, электричество до сюда достает. Потому что если не достает, будет очень приятно. А, раньше были фильтры, там было показано, где что не работает, где они сейчас. Видать, нигде. Слишком много соединений. Пропускная маленькая. Ага. Такого раньше я не помню, что не было вроде. А, это просто провода. Так, нужно тогда еще один трансформатор забабахаем его куда-нибудь. Уж наверняка сюда.
и проведем туда проводочку средненькую. Все. Одного процента. Должно полегче стать. Такс. Нам нужна машинка. А машинка нам нужна для нефти, грубо говоря. Цистерны. Нефть, битум, топливо. Отлично. Поскольку возит 9 литров, 6, о, вернее, тонн, пардон. 3, 7,5, 13. Хера себе. 3, 8, 7, 12, 9. Ну вот, наш выбор. Сколько, с какой скоростью он едет вообще? 160 киловатт, 60 километров в час. А ты 70 километров сейчас тут. О чем речь вообще? Так, ты. Как тебе? Ага. А маршрут тебе как назначить? Значит, смотри. Так, загружаешься, что там? Что там раздают? Топляк вам раздают там. Ждешь загрузки, конечно же. И катишься сюда. Выгружаешь топляк. Все. Ждешь выгрузки. Шел. Как оно будет работать, сейчас посмотрим. Вернее, сейчас. Хотя и не факт. О! Погрузился. Топляк. Тонны не хватило, кстати, почему-то странно. Повез топляк. Продаем мы это все, по-моему, за доллары. Так, привез топляк. Топляк продал. Чачинг, как говорится. Ну, вроде нормально работает. То есть, нахрена нам погрузочная станция? Загадка. Так, битум ждешь. Здесь... Выгружаешь. Пошел. Работает говнецо, работает. Вроде бы. Так. Теперь с этим. 21 человек не может культурно отдохнуть. Посетить бар, церковь, прием к врачу, спортом, мясо, электроника. Я же нихера не закупаю, по-моему. Ну, хотя у нас по стандарту что-то закупается. Я, к сожалению, не помню, что именно, хотя и факт. Это что? Раньше вроде не было. 33%. Покупатели в очереди перед магазином. Ну, тут нормально, кстати, и продавцов хватает, и вообще всего на свете. Вот здесь народа маловато. 133 на 189. В принципе, пусть сами распределяются. Одежда, электроника, спортом. Ну, посмотрим. Пока еще только разгоняемся. Культурно отдохнуть они не смогли. Посетить бар. Вам бухать нельзя. Запрещено. Это у нас горком пашет на всю вообще. Сата. Надо бы их это еще в школы водить. Как я ненавижу этот звонок. Так, ну, вроде нормально. Учеников достаточно, энергии достаточно, всего достаточно. Надо бы еще уголька. Уголька надо бы еще закупать. Было бы здорово. Так. Как громко-то все. Покупка ресурсов за доллары. Автозакупка. Давайте побольше. Вот так вот. И места.
скорая помощь не прибыла. Машины скорой помощи не смогли прибыть на вызовы этого здания. Вернее, из этого здания. Что? Из этого здания? Какая скорая? У нас нет никакой скорой, о чем вы? Видимо, вы хотите скорую, хорошо. Я это вам устрою. Хотите больницу, будет вам больница. Так, больница. Наверное, надо как-то к основной улице подключить. Вот так как-нибудь, что ли. И сразу пожарную часть забабахаем, раз уж такие пироги вырисовываются. Вот так вот. Ну, собственно, все. Люди ходят на работу, нормально. Нам нужен, по-моему, еще один домик, потому что мы задолбаемся все считать здесь. Похер, берем вот это. Одной машины хватит вполне. Необходимо пожарное. Температура здания слишком низкая. Ладно, ладно, уговорили. Давайте вашу котельную забабаху или централь сразу. Я думаю, котельной хватит. Так, котельная. Хренодельная. То здание отоплять не надо, да? Ну ладно. Вам же хуже. Пожалуйста, котельная. Готово. Можно, кстати, знаете, как сделать? Можно дорожку вот здесь вот. Сюда они будут долго попадать. Хотя... По-моему, вот так вот не работает. То есть они либо по дорожке идут сюда, либо отсюда куда-то идут. А вот чтобы они насквозь проходили, не сработает. Ну и ладно. Ну и пофиг, ну и не надо. Не надо отсюда. Сюда дорожку проложить. Ну, начали, в принципе, ходить, значит, их все устраивает. Все, пусть ходят, работают. Так, уголь за баксы, пожалуйста, 3 тонны, да, нормально. Пусть топится, пусть работает, мы вроде как в плюсе. Хотя, не похоже, минус 73 доллара. А можем ли мы позволить себе возить больше плека? Видать, нет. Надо больше народа. Надо больше народа. Нефть качается. Тут все ок. Можно даже, наверное, вторую нефтянку поставить. Где-нибудь здесь. Да елки-палки. О. 46, правда, выйдет. Маловато. Ну, тут как бы... Я построил великолепно просто. Ладно, 46 это хоть что-то. Сойдет. Да! Пофиг вообще. Все, объездной путь. Наслаждайтесь. Качаем немножечко больше нефти, чем обычно. Производительность вообще какая-то никакая. А мы что закупаем? За рубли? Нет, мы вообще ничего не закупаем. Ни за то, ни за другое. Бар, церковь, спорт. Он заняться не смогли 5 человек. Культурно отдохнуть. Прием к врачу. А у вас же есть больница. Что вам еще надо? Вот вам. Болеслав. Вот этот. Одной хватит. Много-то и не надо. О, скорая поехала.
Так, централь. Работает централь. Температура 90. Тут у нас как дела? Температура 90, все хорошо. Здесь вроде тоже все хорошо. Смогли достать электронику. А мы же закупаем вроде, да? У нас как бы все хорошо с электроникой вполне. И народ вроде справляется. Я думаю, можно даже еще один дом забабахать. Электроника, одежда, мясо. Ну, это какие-то отбитые люди чисто не смогли в магазин сходить. А что, кстати, не так? Что-то мне не нравится этот восклицательный знак оранжевый. Вернее, желтый. Хотя вроде все так. Странно. Очень, мать его, странно. Может, еще один дом реально забабахать? Так, где у нас тут жилые дома? Так, вот этот... Домина влезет вообще, нет, куда-нибудь? Его бы к дороге подключить бы. Здорово было бы. О, какой кошмар. Может, отсюда их распределять? Они же смогут дойти... до магазина, правильно ведь? Ну, елки-палки. Не хочу строить его здесь. Хотя... А почему нет? Да пофиг пойдет. Ну, подумаешь, больница далеко. Че, дойдут? Шочком докатятся как-нибудь. Так, я вам тогда дорожку проложу, чтобы вы не выкобенивались особо сильно. Все, нормально. Где-то здесь можно было посмотреть. А, вот. Вот эти достают. То есть тут все. Они даже до больницы достают. 384 метра. Нормально, пешком дойдут. Не, ну это вообще, конечно, это ни в какие ворота не лезет. Битума 9 тонн. Дуплика 25. Мне кажется, или что-то не так? Почему он грузит топляк? Если здесь битум хранится. Как они это делают? Ладно, ладно. Мне насрать, мне насрать. Они возят, они делают свою работу. У них все хорошо. Нам просто интересно, как... грузится битумом. Цистерни с топляком. Смешивать нельзя. Удивительно, мать твою. Что у нас с деньгами? Так, май 70-го, апрель 70-го, а сейчас идет май. У нас, то есть, в прогнозе плюс 8 тысяч долларов. То есть мы в шоколаде, да? Ну, хорошо, хорошо. Удивительные грузовики, на самом деле. Ну да ладно. А, игру сворачивать нельзя, да. А сколько я тут сижу уже? Просто в этой игре время летит так быстро. Знаете, ладно... закончим на этом. Даже сейва есть предыдущий, удивительно. Январь 22-го. Не так уж и давно я играл в это говно. А... Zip сохранение в облаке. Спасибо, спасибо. My Republic. 1, 2, 3, 4 будешь называться. Unsupported Letters.
Прикольно. Сбой во время... Нехватка видеопамяти. 12 гигабайт видеопамяти. 12. Нехватка. Не хватает. Удивительно. Хорошо. Zip сохранение. 1, 2, 3, 4. Иди в жопу. Ладненько, продолжим с вами в следующий раз. Ну а пока что такие дела.